Я вас приветствую, слушатели моего подкаста. Добро пожаловать в клуб полуночников. Если вы в дороге, делайте погромче. Чтобы не уснуть, если дома или дежурите на работе, ну что же, давайте проведем немного времени вместе. Наливайте себе кофе или что покрепче. Я объявляю наше собрание открытым. Дамы и господа, добро пожаловать в клуб полуночников. Спустя практически, кажется, 5 десятилетий в индустрии легендарный кинорежиссер Джон Карпентер заслужил свою репутацию мастера жанра ужасов. С его страшно интересными сюжетами и зловещими музыкальными сопровождениями у Карпентера всегда была способность пронизывать фильмы ощущением ужаса и тревожности, делая их невероятно страшными. Теперь же со своим первым телевизионным проектом «Пригородные крики» Джона Карпентера он перенаправил объектив камеры на реальное зло. О чем сериал? Это, собственно, истории о дьявольских людях, можно так сказать, которые скрываются на виду, тихо и неприметно живут с вами по соседству, прежде чем внезапно взрываются, что ли, готовые терроризировать и сеять хаос в жизни ничего не подозревающих граждан. Будем честны, к сожалению, вместо зловещих повествований, которые все фанаты ожидали от Карпентера, этот мини-сериал представляет собой крайне дешевое представление криминальных историй. Шестисерийный сериал от стримингового сервиса Peacock начинается со вступления самого Джона Карпентера. Карпентер предостерегает зрителей. В наших пригородах зло таится за закрытыми дверями. Это правдивые истории, такие ужасные, потому что ужас реален. Вы больше никогда не посмотрите на своих соседей так же, как раньше. Затем каждый эпизод раскрывает инцидент или некий городской миф, который всколыхнул человека или группу людей до глубины души. Все эпизоды оформлены в стиле известных американских телешоу о настоящих преступлениях, содержащих интервью с реальными людьми, которых затронул данный инцидент или миф. И всю эту затею можно было бы назвать «Преступление с Джоном Карпентером». Затем «Пригородные крики» используют в своей массе дешево снятые, конечно же дешево, реконструкции, события, архивные видео и фотографии, чтобы провести зрителя через очевидные воспоминания о том, что произошло. Каждый эпизод завершается, подводя своеобразный итог, как все разрешилось, нашли ли ответы люди или нет. Вы знаете, основная проблема «Пригородных криков» заключается в том, что события, показанные в сериале, слишком размыты, чтобы создать ощущение законченности проекта. Хотя каждый эпизод длится около 45 минут, примерно, или даже меньше, унылые реконструкции делают их просто утомительно длинными. «Пригородные крики» определенно могли бы выиграть от более динамичного монтажа, который, возможно, помог бы передать напряженный тон и темп, к которым сериал хотел бы стремиться. Несмотря на то, что Джон Карпентер внес большой вклад в мир кино и жанра ужасов, эта антология явно не соответствует его прошлым достижениям. Вместо этого «Пригородные крики» выглядят как калейдоскоп из шоу о преступлениях, объединенных в одну серию. В них нет тех ужасов и каких-то шоков, которые делают жанр ужасов таким завораживающим. Джон Карпентер, кстати, немного разъяснял, как создавался проект и как он влиял на него. Удаленно. Да, удаленно. По словам режиссера, он вообще не присутствовал на съемках. Съемки именно его серии, которая называлась «Телефонный преследователь», «Сталкер», проводились в Праге, в Чехии. Ему же организовали прямую линию со съемочной площадкой по Зуму. Да, это что-то новенькое. Как Карпентер сам рассказывает, он руководил всем с дивана, из гостиной. Наблюдал он за всем по своему телевизору, на котором он обычно играет в видеоигры, смотрит женские волейбольные матчи, которые он так любит, и новости. Как сказал сам маэстро по поводу всей этой ситуации, «Я слишком стар, чтобы топать по съемочной площадке ногами». Касаемо эпизода «Телефонный преследователь», который снял Карпентер.
Начнем с того, что этот сериал я хотел посмотреть сразу же, 13 октября, в день премьеры. И ранее меня действительно заинтриговал тот самый его постер с этими лужами крови, которые текут из обычных домов американцев. Вот вам краткий сюжет телефонного преследователя. Среднестатистическая американка начинает получать на свой телефон СМС и звонки угрожающего характера. Ее троллят, пугают, угрожают засунуть в рот член и отрезать голову. Просто жесть какая-то. Про воссоздание событий по интервью с реальной жертвой надо сказать, что они, мягко говоря, не очень. Многие актеры в них играют из рук вон плохо. Главная героиня, которая подвергается преследованию, вполне неплоха, кстати, как актриса, и Карпентер даже хвалил ее, утверждая, что ее актерская игра решает более 90% всех проблем этой серии. Но вот все происходящее вокруг нее, все это кажется несколько неубедительным. Как я уже сказал выше, по большей части это напоминает передачи вроде «Служба спасения 911», если помните, она шла у нас по российскому телевидению. Ну, американская передача в переводе. И это не в лучшем смысле, я имею в виду передачу. Все это преследование, многие диалоги звучат просто нелепо, и вам начинает казаться, что вы смотрите какую-то дешевую вечернюю передачу, а не фильм или даже серию сериала, снятую Джоном Карпентером. Ладно, проехали. Сюжет этой серии все же интересен. И не надо смеяться, кстати, над мягкостью американок в таких ситуациях. Их изобразили честно. Они такие есть в своей массе. Так себя и ведут. А вы думали, почему в США так много и часто обращаются к помощи психологов? Сначала вы можете подумать, что это типичные сталкеры в сюжете. Ну или ублюдки, которые пытаются дианонить людей. Но потом сюжет принимает неожиданный оборот, который вызывает мурашки у героини. В серии есть очень глупый и смешной эпизод, где вот этот вот придурок-сталкер присылает героине фотографию своего члена. Фотку он сделал в ее машине. Причем даже не ставя на стоп-кадр, видно, что это не член, а фалоимитатор. Они даже не потрудились изменить цветокоррекцию. Дешевизна сериала во всем. Хотя в интервью Карпентер рассказал, что это именно член, и что эта сцена была в сценарии, написанном девушкой-консультантом по этой истории. Ну и выкинуть эту сцену было никак нельзя. Как заявил маэстро, он тогда подумал: «Дожили я, культовый режиссер, кадры из моих фильмов фанаты наносят в виде татуировок на свои тела. И чем я теперь занимаюсь? Снимаю члены». Ну ладно, тоже проехали. Захотел маэстро вставить фалоимитатор вместо чьего-нибудь члена, это его дело. Кстати, там потом героиня пыталась даже шутить по сюжету, демонстрируя эту фотографию своим друзьям. Полный кринж. Сама серия Джона Карпентера становится все-таки гораздо лучше во второй половине. Если вначале я пошел на кухню ставить в духовку пиццу и надо было поговорить по телефону, ну из-за отстойных драматических вот этих вот воссозданий, то во второй половине происходит все же изменение в лучшую сторону. Это, конечно, не привычное мастерство Карпентера на высшем уровне, но вы можете почувствовать его стиль в некоторых моментах. Так что, несмотря явные недостатки, я бы все равно порекомендовал вам посмотреть эту серию для развлечения во время обеда. И я вас предупреждаю, что это не типичный хоррор-антология, а скорее серия, основанная на реальных событиях. Но она все же может донести до некоторых из вас паранойю и ужас происходящего. Многие после просмотра, может быть, зададутся вопросом, а чего эта героиня не пошла в полицию? Кстати, да. Пошла, и приехал даже следователь американский, начал давать советы и прочее. Скажу вам честно, знаете, они сейчас в США вообще не заинтересованы ни в чем. Я имею в виду полицию. Угоны машин, изнасилования, грабежи. Да идите нахер. Всем вообще пофиг. Вот есть у вас разрешение на оружие. Применяйте его, вызывайте потом труповозку, и вашего злодея очень аккуратно упакуют в мешок. Или неаккуратно. Полиция вообще сейчас никуда не хочет лезть. И не дай бог, в жизни этим сталкером бы оказался не белый. Эту бабу бы вообще еще и обвинили бы во всем. Ибо такие времена и нравы. А что касается творчества Карпентера, то хотя многие его фильмы остаются классикой жанра, иногда он работает над проектами, чтобы, как это мягче сказать, просто чтобы получить чек. Все мы люди. Это нормально, в конце концов, он это заслужил.
потому что и он, и его жена сейчас вкладываются в выпуск комиксов своей производственной компании, выпускают музыку. Я стараюсь вообще следить за его творчеством и вижу, как ему тяжело присутствовать на всех этих конвентах и буквально продавать свои автографы, пластинки и комиксы, стоя за прилавком. Поэтому я, как фанат, поклонник его фильмов и музыки, конечно же, буду покупать его виниловые диски, DVD, возможно, даже комиксы. Ладно, мы лишь надеемся, что он не будет слишком часто возвращаться к таким проектам, как «Пригородные крики». Но все равно было очень занятно и интересно увидеть его именно на экране вновь. И, кстати, друзья, я призываю вас зарегистрироваться на сайте IMDb, если вас еще там нет, и поставить сериалу высокую оценку. Просто чтобы поддержать Джона. Итак, я резюмирую. «Пригородные крики» Джона Карпентера – это проект, который мог бы понравиться тем, кто интересуется историями настоящих преступлений, но ожидал большего от иконы жанра ужасов. Сериал скорее напоминает шоу о настоящих преступлениях, чем антологию ужасов, и ужасы и шоки, свойственные Карпентеру, отсутствуют от слова совсем. Словно вино прошедших лет, Карпентер вернулся к режиссуре, но «Пригородные крики» оставляют, конечно же, горький привкус неудачи. В одном из последних интервью, кстати, Карпентер рассказал, насколько он вообще заинтересован вернуться к серьезной режиссуре фильмов. Он готов, да, он еще может. Карпентер так и говорит: «Найдите мне сейчас подходящий вариант или правильный бюджет. Да, я это сделаю». Хотя он тут же заявляет, что не может так активно работать, как раньше. Сейчас его главное увлечение – музыка. По его словам, музыка – это чистейшая форма искусства. Но, как утверждает сам маэстро, к сожалению, я влюбился в кино, а это самый безумный и глупый вид искусства. Ну а на сегодня это все. Оставляйте ваши комментарии по поводу нового мини-сериала «Пригородные крики». Ваши ожидания и впечатления после просмотра. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и кидайте донаты. Все. Клуб полуночников закрывается. До встречи в эфире.